Тем временем у нас в гостях Мария Иванова, представитель компании «Хлебный спас». Мария, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания и с какой продукцией вы приехали на выставку World Food? Здравствуйте. У нас в портфеле достаточно широкий ассортимент продукции. Мы 15 лет на рынке. Известны потребителю как продукция высокого качества под торговой маркой «Хлебный спас». Совсем недавно мы запустили новый бренд в 2018 году. Это торговая марка «Magic Grain». Вышли на рынок с новой категорией хлебцев, которую можете тоже сейчас уже встречать в торговых сетях. Представленность очень высокая нашего продукта, мы этим гордимся. По итогам Нильсон мы вошли в 10 крупнейших производителей Российской Федерации в категории фасованное печенье и второе место среди брендов в категории овсяное печенье. Естественно, это хороший результат, которого мы добивались на протяжении нескольких лет. Также в нашем портфеле присутствует категория здоровое питание, потому что мы работаем и действуем в рамках тренда здорового питания. Являемся одними из лидеров, собственно говоря, печенья на сахарозаменителях, тоже этим гордимся. И в ближайших планах компании, конечно, наращивать долю на рынке и действовать в рамках трендов, которые диктует нам рынок. Про российский рынок вас уже глупо спрашивать, потому что вы одна из самых крупнейших компаний. А вот скажите, как вы наращиваете экспортную мощь и какие страны вам вы хотите покорить в ближайшем будущем? Ну, для нас одна из задач – это, естественно, покорение экспортного пространства, скажем так. Да, сейчас мы уже поставляем продукцию в 15 стран мира. Это и Китай, это Белоруссия, это Казахстан, Армения и другие страны. Естественно, пытаемся развивать это направление, активно участвуем в выставках, которые проводятся китайскими партнерами в КНР. Да, и, конечно, одна из задач – это покорение китайского рынка, китайского пространства, потому что наши кондитерские изделия там очень популярны и очень востребованы. Мария, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое.